Торжественное построение в большой школе поселка Горки 10. На дворе почти 300 человек. И это только ученики 3-х и 4-х классов. Дается старт зорнице. Каждый класс одет в собственную форму. Это родители расстарались. Все-таки дети есть дети. В спецодежде и лица серьезнее, и голоса звонче, и спинка прямее. Для участия в военно-спортивной игре «Зорница» 2024, посвященной 80-летию со дня снятия блокады Ленинграда построен. Рапорт сдал командир отряда «Музыка Алиса». Рапорт принят. Зорница началась. Первое задание – смотр строя. Чем класс дружнее, тем лучше получается. Первыми свою слаженность демонстрируют ребята 3-го А-класса. Поднимаем красивые знамя! Россия! Россия! В этом слове огонь и сила! Задания здесь вообще-то не задания, а рубежи. Их для 9 классов 10 штук. Сегодня ребят судят настоящие росгвардейцы. Говорят, это тот вклад, который они могут сделать в патриотическое воспитание детей. Данная школа является нашей подшефной организацией. Вот. В старших классах мы проводим уроки по профориентации. Вот руководство попросило нас принять участие в игре «Зорница» в качестве судей. Но мы решили поддержать. Горки 10 – поселок, который не окружен воинскими частями. А директор школы Оксана Шарыгина считает очень важным для становления детей общение с людьми в форме, которые сейчас служат Родине. У нас был год, когда к нам приезжали сотрудники МЧС, были сотрудники Голицынского погранинститута, были вооруженные силы ракетных войск, потому что Власиха тут тоже к нам недалеко, да. Ну и сегодня вот Росгвардия нас почтила своим честью к нам прийти посудить наших детей. В течение 4 дней более 1700 воспитанников этой школы будут проходить испытания зорницей. Эта игра появилась в то время, когда службу в советской армии сократили с 3 до 2 лет. Предполагалось, что она поможет ребятам лучше подготовиться. Сейчас новые времена, и умение ходить строем, носить форму и физподготовка снова становятся актуальной повесткой дня. Тимур Гайсин, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».